номер 9. Юрий Мамуте. Номер 2. Акжаика защищает Денис Тулебаев. Высокорослый вратарь. Под номером 55 сербский полузащитник. 7 Руслан Валиулин. Под номером 27 Андрей Шабаев. И под номером 13 Мирам Сапанов. На замену команды вот-вот готовы начать матч. Старт находится в штрафной. Не толкаться. В частности, претензии прозвучали в адрес Аслана Равката. Повторная подача Дельгадо. Удар по воротам. И счет в нашей игре открыт. Мирам Сапанов головой забил гол. И кто же ошибся в этом моменте? Сейчас мы попробуем разобраться. Походу, что Сапанова упустил Александр Воловик. И практически с линии вратарской защитник Акжаика, о котором я рассказывал несколько секунд назад, без помех расстреливал ворот на правый край. Каиров пошел в обводку. Каиров, пас на Шурыгина. Шурыгин прострел. Жунинью. Передача. Да, не получилось у Жунинью обработать мяч. Ну и следом последующая заброс в штрафную не получился неудачным. Торрес. Удар по воротам. И вытаскивает этот удар в красивом прыжке Денис Тулебаев. Но я буду передачу в штрафную. Каиров. Непонятно, что это было. То ли удар, то ли навес. Остался сзади на подстраховке. Кассиано забежал в штрафную. Подачу. И выходит из ворот Денис Тулебаев. Выбивает. Тарас вновь вышел вперед. Это все случилось к 31 минуте матча. Тем временем Актюбе в атаке. Удар по ворота. Пристраиваются к ней игроки Акжаика. И разбег удара Ренеса. Хороший удар. Точно под перекладину летел мяч. И быстренько о составах команд. Уральский Акжаик. Пас на фланг. Шабаев. Прострел. Нет, это Язат Ерсалимов был. Прошу прощения. Удар по воротам. Равкат. Заброс штрафную. Мамуте. Касьян убил по воротам. И это было опасно. Опять не хватило силы Байтана. Хороший заброс. И что у нас? Штрафной, да? Спорят сейчас, да, и Московченко ставит штрафной. А в эпизоде этом Николич сыграл. Итак, разбег. Исламхана. Бьет Воловик. Точно в Азуку, который вышел из стенки. Игра продолжается. Да, свежий Руби, конечно же, должен добавить движение в центре. Попрессинговать, что они сейчас и с Антиповым делают. Воловик навес в штрафную. Подключается к атаке. Какимов возвращает мяч в штрафную. Удар по воротам. И Касьяно сравнивает счет. Касьяно! 1-1. Страной как сразу же Асламбек сравнял счет. Извините, сделал хорошую передачу. Я к тебе сравнял счет. Касьяно головой пробил точно в дальний угол, точно в девятку. Ну, не берущийся мяч. Не берущийся. Абсолютно один он оказался во вратарской, в штрафной Акжаика. Никто с ним не играл. И не передать, конечно же, то, что происходит на трибунах. Навес штрафную, ошибается Тулебаев. Атака все продолжается. Навес вновь в штрафную. И что там? До мяча. Опасно! И бил по воротам кто-то из игроков Актюбе. Похоже, это был вновь Касьяно. Головой. Последние минуты. Очень жарко. Подача вновь низом. Срезает мяч в свои ворота Дениса Тулебаева. Похоже, это удалось сохранить мяч. Касьяно. Пас! Хороший у нас Шестакова. Шестаков. Навес! И головой бьет Денькович. Мимо. Неудобная у него позиция была. И выдохнул стадион.
опасность в зеленых полях Казахстана.